Мне спокойнее, ребенок под контролем, потому что я считаю, что не все благополучные лагеря, и везде происходит где-то бардак, и мне кажется, даже меньшее количество лагерей, где все здорово. Ребенок пусть к самостоятельности привыкает. Все равно уже не в 5 лет ребенка в лагерь первый раз отправляем, правильно? Ребенок все равно должен чувствовать какую-то ответственность. Когда вот никого близких нет, то есть уже реализация идет совершенно другая. Ребенок начинает думать по-другому, соответственно, и делать какие-то взрослые вещи, наверное. Ну, скорее всего, лучше без бабушек. Ну, а чтобы ребенок-то сам маленечко развеялся там, отдохнул от родителей, от бабушек, от дедушек. Бабушке тоже надо на мир посмотреть. Пусть ездит, развеется. Если бабуля рвется в бой и хочет ехать за внуком хоть на край света, лишь бы не оставлять его одного, в первую очередь дайте ей понять, что понимаете ее тревоги. Действительно, не только ребенку страшно, когда он впервые уезжает далеко от дома, да еще и один. Но присутствие взрослого может помешать взаимодействию ребенка со сверстниками, а значит его развитию. Бабушке лучше всего объяснить, что ребенок будет себя чувствовать еще хуже, если он будет знать, что бабушка находится рядом. Да, и его общение со сверстниками в этом случае будет проходить не так эффективно, и, по сути, его социализация будет нарушаться присутствием взрослого. Да, он не сможет почувствовать себя настолько самостоятельным, поскольку будет взрослый, на которого он будет надеяться, что он решит все его проблемы.